Доброе утро! Отправил только что посылку с медом, последние 4 баночки по 120 мл меда отправил. Ну, немножко таволги, немножко иван-чая. И сейчас идем в швейный. Надо отдать стульчик мой, для того, чтобы перетянули ткань. А еще сейчас надо зайти на почту. Помните, я рассказывал, что заказал 2 одеяла на Авито? Вот, надо их забрать. Сказали, что у них нет такой машинки, стульчик, чтобы прошить. И надо к обувщику. Вот сейчас к нему зайду, спрошу. Так, меня обувник отправил в другое место, в Нити, там куда-то. Оттуда отправили сейчас еще в одно место. Ну вот сейчас ходим. Пусть будет небольшой рекламой. Ну, кто знает, тот поймет. Ну все, приняли, сказали где-то что, рублей 500. Там, видите, материал очень плотный, еще в 4 слоя, плюс обметка, и поэтому не каждая мастерская берется. То есть там какие-то надо машинки мощные, вот. Ну, так как у нас город небольшой, выбора особо нет. Вот. А руками это шить, ну, представляете, там плотный какой-то брезентовый материал, прошивать иголкой. Такое. Сейчас еще зайду, контейнеры заберу для крыс. На трансляции вчера говорил, что пришли контейнеры. Вот 2 возьму, и все, и надо будет их переделывать под крысяк. Вот мы уже дома. Опа, сосулечка. Большая. Сюда. Блин, вот так вот. Будем потом забивать. А это, смотрите, уже прям нормально так выросло. Гоша. Гоша. Привет. Давайте сначала... О, вот что я забыл. Нифига себе. Ладно, пусть пока лежит. Я надеюсь, ничего с ней не случилось. Да, она выключена была, так что все нормально. Сейчас соберу пирамидку. После того, как крестики-нолики поиграем, я ему дам пирамидку, чтобы было разнообразие. В общем, у меня есть план. Я посмотрел, как обучают вообще с нуля детей. Сначала надо объяснить, что вот надо собирать именно 3 в ряд. А затем уже производить все остальные манипуляции. Вот сейчас будем 3 в ряд делать. Привет! Эй, ты куда? Пойдем. Пойдем кушать. Гоша. Ну что ты, заждался меня. Лялю будешь кушать? Заждался? Карапузик. Ты карапузик. Маленький. Молодец. Гоша, смотри. Раз. Два. Смотри. Так. Вот так. Вот, все. Видишь? Смотри, видишь, 3 штучки в ряд. Вот, поставь сюда. Вот сюда. Вот так вот, да, смотри. Во! Во-во-во, молодец. Вот третью надо подвинуть. Подвинуть вот сюда. Во, молодец. Молодец. Что, азарт проснулся какой-то, нет? То есть, когда в руке держу вкусняшку, тогда он складывает сюда, на. В ряд. Надо в ряд. Так. Так. Нет. Смотри, Гоша. Видишь? На. Ставь. Вот сюда поставь. Молодец! Видишь, в ряд 3. Ага. Так, и ту. В ряд. Вот сюда.
Вот сюда. Вот, хорошо, теперь вот эту. Вот сюда. Нет, вот сюда. Нет, достань. Достань, достань. Молодец. Ложись, ложись, ложись. Молодец. Специально закрываю, чтобы меньше было вариантов, куда положить. И в конечном итоге, чтобы он понял, что как. Во, смотри. Давай вот сюда. Молодец. Смотри, видишь, взгляд? Молодец. Молодец. Сюда. Вот в эту ячейку. Нет? Как-то, короче, я сейчас прикручу ее. Ой, вкусняшку дам. Вкусную. Сначала положи нормально. В ряд надо, в ряд. Ха, не убирается, да? В ряд положи. Молодец. Да, молодец. Куда положить? Молодец. Видишь, в три. Молодец. Да, молодец. Смотри, если, Гоша, вот так вот стоят две, куда вот это положить? Вот сюда? Куда положить? Нет. Нет. Он сколько бьет, мне по пальцам ни разу не попал. Что очень радует. Где свободная ячейка? Нет. Нет. Молодец! Да, молодец. Тебе, Гоша, надо последнее действие сделать. Вот, на, положи сюда. Да, молодец. Вот. Молодец. Ага. Хорошо. И зеленый. Молодец. Так фигарнул. Хорошо. Да. Молодец. На еще. Ой. Ну куда-нибудь. Садись. Не-не-не. У него же еще в клюве еда. Ему еще сложнее так делать, чтобы ничего не выпало. Упало. О. Могёшь, могёшь. Завтра я с ним попробую не сердечками вот так вот составлять крестики-нолики, а крестиками. То есть надо сначала показать, что можно сердечками так выкладывать, и можно крестиками так выкладывать. А потом уже
Будем играть, чтобы он правильно составлял. Но мне кажется, знаете, как будет? Он... Мы вот будем играть, я ему там заблокирую какой-то ход, а он возьмет, уберет мою и поставит свою, чтобы самому выиграть и получить вкусняшку. Ну, не знаю. Ну, все это очень интересно и непонятно. В общем, будем изучать. Ты меня прячешь? Я думаю, то, что сегодня у нас был очень хороший прогресс по тренировкам. В следующий раз, ну, сегодня или завтра посмотрю, чему там дальше учат в продолжении этой игры. И попробуем также на Гошке это все сделать. Вам спасибо за просмотр. Хорошего вечера, дня, ночи. И всем пока-пока. Попрощайся. Скажи всем пока. Ка-ка-ка. Да, молодец.